80% домов Барнаула готовы к отопительному сезону. Об этом мэр краевой столицы Сергей Дугин доложил в РИО губернатора Виктору Томенко, сообщает официальный сайт правительства региона. Если перевести в цифры, то акты получили 3837 многоквартирных дома с центральным отоплением. В целом система ЖКХ полностью готова к запуску тепла в социально значимые учреждения. Глава региона поручил в кратчайшие сроки завершить подготовку жилищного фонда столицы края к холодам. Напомним, если среднесуточная температура воздуха не превышает 8 градусов тепла в течение 5 дней, в дома подают отопление.